Приветики, мои дорогие. У меня для вас распаковочка. Давайте глянем, что ко мне пришло. Вот такая вот кучища. Начнем с самого прикольного. Ржачного, я бы сказала, даже. Я повелась. Решила же взять. Думаю, что ж такое? Бюджетная ерунда. Бижутерия. Ну ладно, покажу. Сама задумка неплохая. Я так понимаю, что это какой-то либо сплав, либо медицинская сталь, наверное, я надеюсь, в каком случае. Это десятка. Десятка это по-нашему 20 размер. Но, в всяком случае, вот здесь у меня 19,5. Посмотрите, какой это 20. Что я даже на 19,5 не могу надеть. Но неважно. Вот. Я даже не знаю, куда, девочки. Сюда. Ну, короче, девочки, задумка неплохая с бабочками. Ладно, это нормально еще. Ладно, это мы убираем. Это кошмар. Я посмотрела вроде так по описанию неплохо. Во-первых, цвет посмотрите. Я не люблю такой цвет. Во-вторых, посмотрите на эту застежку. Посмотрите, как мы гнемся. Я сейчас их поломаю, наверное. Блин, пофиг, если честно. Посмотрите. Качество металла, видели? Не покупайте. Я могу кинуть ссылочки на этого прода. Ерунда, посмотрите. Вот я взяла их и все, разжала. Все, посмотрите. Кедрение фени. Ерунда. Ладно. Лоханулась. Больше не буду. Смотрим дальше. Во, это топ, девочки. Класс. У них был лиф. Я зашла, и были купоны, и все что угодно. Магнитный кобелечек. Дошло нормально. Ну, я считаю, даже быстро. Сейчас я вам покажу. Вот это хороший товар. Я так понимаю, что здесь метр. Вот это вращающаяся головка. Сейчас я отделю, чтобы было удобно показывать. Вот она вращается в разные стороны. Ее, конечно, надо еще разрабатывать, потому что, знаете, как новая. Ну, такой, знаете, вот хороший товар. Я не скажу, что ерунда. Вот, потому что действительно магнитится хорошо. Посмотрите. Не разделишь. Ну, так вот, хорошо. Вот она крутится вот так вот в разные стороны. 360 градусов. Кому я показываю? Себе, наверное. Ой, забываю все время смотреть камеру иногда. В общем, вот так, девчонки, крутится, вертится в разные стороны. Хороший, классный товар. Девочки, заказывайте. Это топ. Хороший магазин. У меня от них еще идет пауэрбэнк. Я надеюсь, все нормально будет. Так, ушла эта посылочка. Так, дальше. Куда же я без этого? Но я ждала очень долго. Хуакан. Алмазная вышивка. Алмазная мозаика. Квадратные стразы. Сама лоханулась. Но я уже рассказывала вам, девчонки, в прошлых видео, что неправильно перевела. Ну, неважно. Хороший этот самый. Пинцетик хороший. Стилус. Все как обычно. И, кстати, я забыла сказать, то обычно идут такие маленькие, сейчас сюда чуть-чуть, маленькие лоточки. В этом наборе, девочки, я даже его не рассматривала еще, пришел большой лоток. А я отдельно заказывала набор. Ну ладно, неважно. Хорошо, классно. Все, молодец. Вот такие коалы. Семья. Мама и ребеночек. Классно. Я хотела давно символику нашей семьи. Я люблю коалу. Интересное животное. Необычное, медлительное, как и я. Впрочем, как и я. Буду вышивать. Так, дальше. Вот за этот набор я вам рассказывала. Это малый проверял набор. Так разорвал. Пришло новой почтой. Хороший прод. У него, правда, он только начинает раскручиваться. У него еще мало товаров. Кину ссылочку, девочки, посмотрите, кто занимается алмазкой. Набор отличный, сейчас посмотрим. Очень честно и расскажу всю предысторию. Значит, смотрим, посмотрите, какая отдельная сумочка. Здорово, здорово. Сложила все, и у тебя ничего не валяется, как у меня, например. Открыли.
Смотрим, что входит в этот набор. Все вытаскиваем и будем постепенно все складывать. Так, смотрим. Зип-пакеты для алмазиков. Здорово. Здорово. Куча. Целая. Ага. Все, вот это зип-пакеты. Откладываем. Смотрим дальше. Скотч. Да, наверное. Сейчас мы глянем, что это. Мне интересно, я его еще не рассматривала до распаковки. Ага, девчоночки, это лента на эти. Сейчас покажу. Я поняла, для чего. Ура, я поняла, да? Вот такая лента, клейка. Раз. Все. Написала себе номерочек. Опять я показываю только себе. Написала номерочек. Красота. Здорово. Здорово. Хороший набор однозначно. Рекомендую, девочки-галмазницы. Будет действительно здорово. Так. Сейчас я просто ее вот так, наверное, сделаю. То не видно будет. Смотрим дальше. Я теперь самый счастливый человек на свете. Я знаю, как это называется. Тоже я думала, называется воск. Потом думала, какая-то смола. Девочки, это обыкновенный силикон. Обыкновенный силикон. Я говорю, применение широкое. Видите, вот такие квадратики. Для стилуса. Для алмазной вышивки. Здорово, здорово. Набор очень большой. Была у него скидочка. Отправил, умничка. Я думала, если честно, девочки, платная служба доставки. Ну, честь и хвала. Дальше. Вот пинцет интересный, кстати. Он пластиковый. Но вот этим пинцетом выкладывают алмазную вышивку. Я попробую, расскажу свои впечатления. Смотрим дальше. Вот этот пинцетик, он дешевый, ну, не очень, короче. Неважно. Стилусы. 4 стилуса разных. И смотрите, вот это шваброчки. Сейчас я вам покажу шваброчки. Для разного количества страз. Здесь на троечку, наверное, пойдет. И здесь больше 2 одинаковых. И здесь большая шваброчка. Мне не очень нравятся эти стилусы, но вот эти шваброчки я заберу. Пласт 4. Дальше. 2 лоточка. Смотрим дальше. Вот этот бокс для страз. У меня уже такой есть. Классный. Я туда свои стразы стеклянные складывала. А это можно для алмазной вышивки тоже сюда складывать. И сюда тоже можно вот эти беленькие штучки, которые были в распаковочке, тоже можно складывать. Классно. Все дошло в целости, девочки. Хороший прот. Рекомендую. Он только раскручивается, но мне уже нравится. Смотрим дальше. Вот этот ролик. Сейчас я вам его покажу. Для чего нужен этот ролик? Он чуть-чуть запыленный. Но не страшно, я его почищу. Стразы выложили. И вот так вот по картинке прошлись с обратной стороны. И с внутренней можно вот так вот выпрямили все стразы, чтобы они приклеились хорошо к самому полотну. Класс? Класс. Еще там одна штука есть. Выравнивать тоже стразы на полотне, но он мне написал письмо, вот этот прот. Девочки, смотрите, как классно, косметичка, раз, и вот эту дурочку тоже поставим туда, не будем ставить, чтобы не портить косметичку. Написал мне прот, что простите, извините, я забыл положить эту штуку. Я забыла, как она называется. Ну, в принципе, это даже не называется, по-моему. Там в наборе просто написано все. Она такая продолговатая. Я ее получу. Я вам ее обязательно покажу вместе вот с этим набором опять, чтобы вспомнить. Тоже для страз. Он мне написал, попросил сделать еще заказ, изменил цену. Поставил на 1 цент, чтобы ушел товар по треку отслеживания.
Все, идет. Я уверена, что оно придет. И также с самой платной доставкой. В общем, девочки, прот супер. Смотрим дальше. Это я заказывала у нас здесь. Кто с Украины, знает, что такое Prom.ua. Это типа, девочки, у нас на Украине, типа Алиэкспресса. Тоже платформа, интернет-платформа для со всякими абсолютно товарами, девочки, и бэушные, и новые. Но в основном новое. Сейчас я вам покажу. Я заказала пакеты для вакууматора. Единственное, что я вот этой фирмы, которая у меня вакууматор, единственное, что я лоханулась в размерах. Здесь пробник. Так, я так понимаю, я, конечно, сейчас буду громко смеяться. Но это в Одессе представители этой фирмы. Смотрите, вот написано мне здесь. Долготер Юрий Петрович, Одесса, телефон, представитель вот этой фирмы Шензен QNE. Девочки, сейчас буду смеяться, честно. То у нас в Одессе представитель, а я заказывала, мне шло с Харькова. Ой, в общем, смотрите, ладно, фиг с ним. А я просто буду теперь знать. И найду его здесь. Дешевле, очень дешево. Ну, вообще замечательно. 15 сантиметров взяла и 12 сантиметров. Что-то я лоханулась, честно говорю. Тут 5 метров длина. Маловатенько. Ну, вот эти еще 15, куда ни шло. Но для маленьких каких-то товаров. Они гофрированные, для вакууматора подойдут. Классные. В общем, такая была прикольная, как всегда, в принципе. Прикольно так получилось, девочки, сама не знала, при вас все распаковывала. Такие были у меня товарчики. Девочки, присмотритесь к этому продавцу, алмазницы. Хороший, хороший продавец, реально хороший. Даже вот хочу 400 раз сказать, молодец. Спасибо, на Али еще есть хорошие продавцы, и слава богу. Вот этот топ, однозначно. Ну, Хуакан или Хуасан, все знают, что он неплохой продавец. Единственное, что идет очень-очень долго. Очень долго. Уже пожелтел аж листочек. Больше 2 месяцев. Ну, неважно, девчонки. Все равно сейчас быстро ничего практически не идет. Хотя в последнее время ничего. Попрошу мне сглазить. Постучу даже. Такая была у меня для вас распаковочка. Всех люблю, целую. Еще раз повторяю. Подписываемся, гости моего канала. Подписываемся. Ставим лайк. Жмем на колокольчик. Можете не ставить лайк, если не нравится. Но, тем не менее, жмем на колокольчик. У меня очень много всего интересного. Еще раз, не всегда говорю, пишу вас в описании. Переходите по ссылочке на мой второй канал. Подписывайтесь, там тоже будет всего интересного. Там разнокалиберный канал, не только как здесь, ногтевой в основном. Так что, девчонки, жду всех в гости. Люблю, целую. Всем пока-пока.